Мистер Алексей Воробьев, или, как уже привыкла называть его американская публика, Алекс Спэрроу, завершил свое американское турне. Мы подробно рассказывали вам об этом приключении, а значит, пора подводить итоги. 8 городов западного побережья США, толпы разгоряченных поклонниц и долгожданная презентация большой аудитории нового англоязычного альбома. Ах да, еще обнимашки и сотни признаний в любви! Ануе, гавайская звезда, пригласившая Воробьева с собой в тур, была в шоке. Фанаты и фанатки делали все, чтобы их заметил красавчик из России. Неплохой старт в заокеанской карьере дан, и теперь Алексей ненадолго возвращается на родину, чтобы отдохнуть и отметить новогодние праздники.